Всем привет! Так, ребят, ну сегодня начну заниматься своим Мерседесом. Что я хочу сделать? Я хочу разобрать весь салон. Купил я на него чехлы кожаные, вон они сзади стоят. Будем обтягивать, натягивать на сиденье, но это потом. В данный момент я хочу посмотреть. Летом мне с правой стороны донкрачивали, замяли чуть-чуть днище. Сейчас я посмотрел, там есть немного небольшая дырка. Видно, начало гнить. Вот, я хочу разобрать, посмотреть состояние днища и уже посмотреть, где нужно подваривать, что нужно сделать. Хочу утеплить его, положить шумку и промазать. Сейчас буду разбирать, буду показывать, где что откручивать. Кому интересно, смотрите. Ну, начинаем мы откручивать сиденье. Сейчас мы снимем коврик, сиденье. Здесь у меня номер, он читается хорошо. Вот. Здесь у нас вот такие болты, шестигранник получается. Вот. Здесь два. И сзади, я так понял, два. Вот, сейчас будем их откручивать. Сзади мы тоже сейчас посмотрим. Сейчас уберем коврик, уберем шумку вот эту. Вот эти у нас боковины порогов снимаются, в принципе, довольно легко. Их просто на себя, там такие защелочки стоят. Их на себя так чуть-чуть поддеваешь, посильней. И все, оно вытаскивается. Ну вот. Не надо ничего тут ломать, ничего отвертками, все хорошо откручивается и снимается руками. Сейчас я разберу тогда, ребят, вот боковину здесь сниму, вот это сиденье и так далее, и уже вам покажу, сниму. Так, ну вот, ребят, откручиваем мы здесь спереди. У нас получается головочка на 10 будет. Вот они вот такие вот. Вот у нас вот такие вот они получаются. Головочка на 10. В принципе, они нормально все крутится и откручивается. Также вот здесь тоже откручиваем. Вот здесь тоже самое, так откручиваем. Вот. О, этот у нас как-то сильновато был затянут. Ну, вроде открутилось все. О, 10 рублей нашел. Везет, когда салоны начинаешь откручивать, что-нибудь с ними делать, находишь сразу какие-то денежки. Это, в принципе, хорошо даже. Что ты? То легко крутится, то нелегко, непонятно. Вот. Еще одну мы открутим. Вот у нас этот что-то у нас такой более ржавенький с той стороны. Так, ну смотрим дальше, ребят. Сейчас мы, я так думаю, уже сзади. Сейчас я включу, посмотрю. Так, ребят, ну и сзади у нас то же самое. То же самое. Раз вот здесь. И вон там. Вот здесь два. И все. И вот эти полозья снимаются. Сейчас открутим, сиденье вытащим. Покажу, буду снимать. Так, ну мы, короче, открутили сиденье. Все, оно болтается. Ребят, ну чтобы снять сиденье, нужно еще открутить ремень.
Он вот тут здесь стоит под пластмасской. Вот снимаете пластмасску, здесь находится болт. Какое-то стекло. Вот. Здесь находится болт. Его надо будет открутить. И тогда уже снимаем мы само сиденье. Сейчас открутим. Так, вот открутили мы. Здесь сам болт, он не вылазит. Такой, видите, красивой такой формой. Тут типа такая втулочка, резиночка и шайба с этим. Две шайбы, резиночка. И такая типа втулочка, вот она. Ну и все, отпускаем. И вот сиденье, все, можно вынимать. Так, сняли мы сиденье. Вон он у нас стоит. Такое нелегенькое, я скажу, сиденье. Вот. Ну и сейчас мы снимем этот, как его. Фу. Саму шумку. Провода тоже надо будет спрятать. Я их кидал так. Потом здесь все пропылесосить надо. Ну ладно, это все потом. Вот. Сейчас снимем все здесь. Буду снимать, показывать, что там у нас под днищем происходит. Разобрали мы спереди. Вот здесь у нас водичка. Такое ржавенькое все. Ну, в принципе, я не скажу, что прямо все. Это я еще как-то мазал. Вот. Вот тут сбоку у меня там дырочка. Сейчас мы посмотрим, переварим. Сделаем. Сейчас эти все пластмасски уберем отсюда. Салончик. В принципе, сзади. Там промазано. Здесь у нас нормально. Здесь у нас вон она дырочка, которая. Вот она. Сгнила. Так. Вот сейчас будем. Вот эту проводку надо как-то убрать немного левее. Потому что здесь все у нас нормально. Вот здесь. Блин, вот. Здесь у нас нормальное железо. А здесь у нас вот как раз край вот этот подгнил. Вот надо что-то сделать так, чтобы вот эта вот вся пластмасса. Вот еще. Сделать, чтобы вот эта вся пластмасса у нас ушла у нас, тоже чуть непонятно, не блоки, ушла у нас левее. Так, вот сейчас будем думать. Все это, конечно, блин, хреново сделано, так все непонятно. Ничего не уберешь, блин, ничего не это какого. Все, блин, сбоку. Вот если варить, то вообще неудобно будет. Просто пипец какой-то будет. Тут придется так изъебываться, охереешь. Ну, будем там, вообще все хорошо. Все же блестит. Ну, а что вы хотели? 96-го года машина, еще днище, вон, блин, смотрите. В идеале, блядь. Вот только спереди, вот где подгнило, вот надо что-то думать. Как-то это все исправлять. Там под этими даже тоже все нормально. Конечно, начинает уже. Но вот надо это все пресечь. Чем быстрее, чем лучше. Так, надо перекурить. Все пусть сохнет. У меня вот спереди я повесил к печке шумку, чтобы она сохла. Вот. Аккумулятор тоже снял. Сзади у меня вообще все сухо. Так что сейчас перекурим и продолжим. Так, ребят, ну придумали мы что-то типа того. Точнее, я придумал. Вот. На руль притянул.
Вот что нужно сделать. Вот там дырка. Вот она, вот так даже если посветить. Вот. Вот она дырочка. И где-то еще вот там. Там будем снизу подваривать. Вот. Как-то вот так. Хотя, в принципе, я не скажу. Вот там вот эта вот дырка. Но там все сухо. Вот здесь все сухо. Вот. Но все равно надо вот это все срезать. Вот до сюда. Вот. И уже делать. Сейчас я снизу вам покажу, как тут что у нас снизу. О. Вот у нас снизу порог надо будет. Порог тоже мы переварим, сделаем. Вот это тоже берем. Вот у нас как снизу смотрится. Уже я ее все раздолбил. Вот. Дальше все нормально. Днище. Дальше все у нас нормально, а вот здесь вот они пошли косяки. Вот надо порог вырезать вот так, чуть подальше. Вот это надо будет снять, сейчас снимем. Вот, вырежем порог. От порога уже сейчас мы посмотрим, вырежем, как что у нас будет. Вот. Тут у нас тоже, блин, саморезы всякие накрутили, блин, хуйни всякой. Вот. Здесь у нас вот там снизу дырочка тоже, вот сейчас покажу, вот она. Вот. Это получается у нас нижний усилитель, он сверху все нормально, а снизу он, короче, подгнил. Вот здесь я вот дырку раздолбил уже, будем мы. Но это снизу будем заваривать. Это я там уже заварю, ничего страшного. Вот, сейчас надо будет саморез выкрутить или спилить. И надо будет еще спилить до конца все. Короче, вот эту сторону надо только сделать. С той стороны и сзади, и спереди, короче, везде все нормально. Только вот эта сторона пострадала, непонятно почему. Так, ребят, рассказываю. Ну, здесь я задрал, вот как. Здесь мы все вырезали. Вот где у нас было гнилое, там у нас все нормально. Вот где было гнилое, я все вырезал. Вот. Надо будет зачистить. И, в принципе, можно приварить. Вот. Как-то так. Такая дырочка. Можно было, конечно, поменьше. Там была она в середине, эта дырка. И вот здесь чуть-чуть. И я решил, короче, не заморачиваться. Надо делать, так делать нормально. Вот. Сейчас мы здесь зашкурим и пустим лист туда наверх, чтобы он заходил, вот как этот, вот здесь. Там зашкурим, приварим, здесь будет такой лист лежать. Потом от нее, от порога будет полукруг к нему. И снизу от порога, вот я сейчас вам покажу, где я порог. Вот я вырезал порог, который гнилой.
был. Вот он. Вот это я, наверное, уберу, заткну и уберу. Нахрен не нужно. Один хер за нее не поднимает. С другой стороны, в принципе, может быть, я оставлю. Сейчас посмотрю. Вот. Здесь надо будет вырезать под порог, как он был. Ровненько. Сделаем мы туда и приварим уже к тому полу. Получается, у нас будет соединение порог вместе нет с полом, как в принципе должно быть. Вот. Будет, конечно, не так, как салона машина, но уже что-то будет. Смотрите, ребят, далее. Сейчас я зашкурю все, принесу железо. И будем мы варить. Принесли мы железо. Начали мы уже подгонять. Вот. Сейчас я здесь кусочек приварю. Ну, может, завтра уже, наверное. Скорее всего, сегодня поздно. Завтра еще на работу, блядь, ехать. Время уже 11 час. 10 даже. Вот. Здесь я сделаю тот сейчас кусочек, продолжу до самого конца. Потом у меня пойдет отсюда порог. Вот так полукругом к этому. Здесь я приварю сюда. И там также. Снизу будет порог тоже к этому железу. Я думаю, нормально будет держаться и нигде не будет сочиться. Здесь мы проложим и зальем. И будет все the best. Вот. Как-то так, ребят. Так, ребят, ну, в принципе, на сегодня все. Время уже поздно. Завтра с утра еще на работу ехать. Вот. Завтра будем уже варить. Я все вырезал, все разобрал. Завтра начнем уже сварочные работы. Так что все, ребят, на сегодня. Всем пока. Dropping motherf***ing bombs.